Приветствую всех, мои дорогие друзья, а также всем гостям моего канала. Отдельный привет, кто меня смотрит с Воркуты. Сегодня мы с вами отправимся на Тиманский район, прогуляемся, покажу, что изменилось, что добавили. Вот. Сейчас мы находимся на Тимане, это у нас получается овраг. Вот. Тут у нас очень часто люди жарят шашлыки, также прогуливаются собаками. Хорошее, скажем так, хорошее место для прогулочек. Вот. Также прогуляемся, покажу вам, что изменили, что добавили. Вот также у нас получается делают Тиманский мост. Видно вам, не видно. Наконец-то. Очень давным-давно его не делали. И тут решили, скажем так, немножко преобразить его. Это у нас Воркутинская городская поликлиника. Большая достаточно. Сзади этой поликлиники такое же здание, только городская больница. Может быть, какие-то изменения. Кто давно уехал, увидит. Также вот потихонечку делают дороги у нас в Воркуте. Уже асфальт, верхнее покрытие уже убрали. Далее мы с вами пройдемся до магазина «Снежинки». Тоже покажу, какие там изменения. Прогуляемся. Ну и вот мы подходим потихонечку к нашей «Снежинке». Также тут есть остановка, совмещенная с магазином. Там овощи, фрукты продают. Стояночка к больнице, также к поликлинике. Далее у нас с правой стороны воинская часть. Вот. В Снежинке, кстати, кто не знает, открыли там «Магнит» магазин. Очень, кстати, он там, скажем так, пригодился для жителей, кто живет на Тимане. Много чего там можно приобрести по скидочке. Разукрасили садик красиво, посмотрите. Это у нас улица Бульвар Шерстнева. Также мы наблюдаем с вами церковь городскую нашу. Наверное, самая большая в Воркуте. Сейчас мы поближе к ней подойдем, покажу вам. Вот так вот мы живем. Такие вот у нас красоты. Также вон там, в этом здании, находится магазин «Гранит», строительный магазин. Ну и вот мы с вами дошли до нашей городской церкви. Мы находимся на улице Бульвар Шерстнева, 4А. Вот такой вот тут двор. Конечно, было бы намного лучше, если бы делали хотя бы по маленькой детской площадке в каждом дворе. Было бы, конечно, хоть где детишкам играть. Вот такие тут у нас красоты. Телевизионная башня Воркутинская. Также Площадь Победы. Это наш городской мост. Маленькая речушка, так ее назовем, протекает под мостом. Соединяет город с Тиманом этот мост.
Вот так тут делать ремонт. Дорога будет гладкая. Там уже Тиман. Мы уже туда вышли. Это городская больница. Воркутинская. Вот такие тут красоты.